Ленком выпустил еще одну премьеру в конце года. Спектакль «Тартюф» по пьесе Мольера поставил режиссер Владимир Мирзоев. В постановке заняты известные актеры труппы Марка Захарова, а также приглашенные звезды Максим Суханов и Наталья Швец. Режиссер Владимир Мирзоев признается, что история про Тартюфа для него абсолютно актуальна, практически житейская. Он сам человек творческий и как раз относится к тому типу доверчивых граждан, которыми легко манипулировать, а потому Тартюфы около него так и вьются. Конечно, личный мотив отнюдь не единственное, что побудило поставить Тартюфа в Ленкоме. В солидном репертуаре этого театра явно не хватало Мольера, самого большого философа из всех драматургов. К сожалению, человек за миллионы лет не меняется практически. Вот, поэтому тема Тартюфа настолько актуальна, и это так страшно. Поскольку у Мольера была своя труппа, он, как говорится, знал проблему изнутри. И в его пьесах масса ярких ролей для актеров разных амплуа. Здесь и героиня, в нашем случае Анна Большова, и инженер, приглашенная актрисой МХТ Наталья Швец, и целая галерея мужских образов. Так Аргона в Ленкоме будут играть Александр Сирин и Александр Збруев. Тартюфа на премьере сыграл Максим Суханов. В альянсе с режиссером Владимиром Мирзоевым они создали самых необычных на нашей сцене Хлестакова и Сирано, Дон Жуана и Короля Лира. Теперь в их эксклюзивной коллекции «Тартюф». Максим Суханов более чем кто-либо соответствует образу современного человека. Но все это образ мыслей жителя мегаполиса, умение жить в ритме 21 века остается за кулисами, когда актер Максим Суханов выходит на сцену играть классику. Не люблю, когда эти территории смешиваются. Смешиваются, я имею в виду, эмоционально, смешиваются интеллектуально, когда есть шлейф от одной истории, переходящий в другую. Я считаю, что нужно как можно плотнее закрывать дверь, когда ты выходишь из одного пространства и входишь в другое. И в сердце у меня порог. Порог в сердце у меня. Такая игра с текстом, увлекательная игра для актеров и зрителей, придумана для тех и других режиссеров, чтобы не скучали. Впрочем, соскучиться на Тартюфе задача невыполнима. И по плечу разве что истинным Тартюфом, уставшим от самих себя. Наршалин, Сергей Солдатов, служба новостей телеканала «Культура».